Время 8:30. Нас утром пришли, разбудили на завтрак. Доброе утро. Утром тут все еще красивее. Тоже такой же. А завтрак и потом, да. На этих подушках сидишь и себя Шахерезада, да, Саш? Тебя как? По жизни. Не только сегодня. Я тебе не давал. А что, ночью горели, да? Да, здесь сидели ребята. Ой, вчера так весело посидели, в карты поиграли. Назад брат меня хотел на руках отнести, но там дорога чуть неудачная, чуть не уроним. Раньше, помнишь, с какой легкостью носил? Он и сейчас с легкостью добавил. Да, а что ему помешало? Неудачно. Спотыкнулся, чуть не уронил, чуть вместе не упали, чуть не убились. Ой, хорошо тут. А представь, если бы тут ночью кто-то спал. Можно было здесь, да, спать? Комаров нет. Я взяла браслет от комаров, все причиндалы от комаров, комаров нет. Ты ночью не замерзла? Да, замерзла. Я один момент прям чувствую, прям дрожу. Я встала ночью и покрывалом укрылась. Одеяло было и шерстяной плед, пледом укрылась еще. А потом к утру уже... Ну да, солнышко встало, и тепло. Ну прямо солнышко, да, до солнышка. Я встала в 9. Не, не в 9. Ты нас полдевятого, да, разбудила? На завтрак нас пришли разбудили. 8:30, да. Я в 7 проснулась и вылежала. Зачем ты в 7 просыпаешься? Ну это, потому что по привычке. В садик же Мария в 7 часов стоит. Это ты его прикормить хочешь, да? Да, я все, я очень контактно. Контакты, смотри, налажу. Балу. На, и ты. Ты там видел, слушай. Мы с тобой сейчас поедем гулять. Кататься поедем, да, Балу? Там медленно кушать, смотри. Один лаваш. Беззубая, наверное. Походу она беззубая. Вот ты беззубая. А у этой лоб, смотри, раненый. Да пылесос, все. Присосался? Балу. Нет, а та плохо кушает, да. Да. Балу. Это девочка, да? Это мальчик. Запить, да? Запить. Не, пиво, наверное, нельзя. Сейчас она тебя понесет. В прошлый раз тоже с этого проката лошадей брали, когда первый раз в Архизе были. Девушки ждут лошадей. Сейчас лошади освободятся.
Где вы гуляли? Благодарю. Мы пошли на это. Лина, это твое. Вот на этих, наверное, лошадках девчонки наши будут кататься. Я после завтрака еще персик с кофе. Я не катаюсь на лошади, потому что вчера вечером столько много наплавалось, у меня каждая мышца болит. Сейчас на лошадь садиться, у меня нет сил, честное слово. Сейчас буду как раз влог монтировать в машине, пока мои будут кататься. Что, не допили, да? А вот там панель поставь. Угу. Они не попадают. Кофе, кипяток. Уже 20 минут стоит, никак не остынет. Да не упадет буду. Машина ж не трогается, ничего. Вот сюда положи, вот сюда. Точняк. Точняк, точняк. Вы на час, да, прогулку берете? Да, да. Я пока посижу, как раз час. Полтора видео помонтирую. Кофе как раз попью. Сил никаких нет. Меня брат уговаривает, пойдем. Ну, знает, да, как я лошадей люблю. Не могу, у меня плечи, спина, поясница. Все болит. Сейчас покажу садятся. Ух ты, ракурс. Так, Лина уже села. Я в прошлый раз на Белоснежке каталась. Вова прикормил уже свою лошадь, Балу его лошадь звать. Пошел на Балу садиться. Лошади красивые все. Боря запрыгнул, как будто всю жизнь на лошадях катался. Последнюю всадницу на коня посадили. Они, наверное, сейчас в обратную сторону, да, пойдут. Если они прямо пойдут, потом развернутся и наверх туда на площадку пойдут. Мы в прошлый раз на верхней площадке катались. Сейчас покатаются на лошадях. Пойдем уже домой. Уже время сколько? Час времени. До двух покатаются. И уже, наверное, стартанем домой. Один день. Ну, вообще-то один день мало, если честно. На пару дней сюда было бы вообще здорово. Ну, на день рождения один день тоже неплохо. Вчера очень весело посидели. В бассейне. В бассейне вода была прям не теплая, а горячая. В бассейне очень долго накупались. Ночью замерзли. Пришли вроде как распаренные, душ приняли нормально. А часа в 3 ночи проснулась от того, что меня прям колотило. Накрылась теплым пледом. И уже на 8:30 Лина разбудила на завтрак. Да, хорошо отдохнули, воздух. Воздух чистый. Виды красивые. Приезжайте в Архыз, не пожалеете. Все, ладно, этот, наверное, такой коротенький влог будет. Не знаю, дома еще поснимаю или нет. Поэтому буду прощаться. Хочу поблагодарить еще раз за поздравления. Очень приятно. Спасибо большое. Все, что вы мне пожелали, чтобы вам 100 крат вернулось. Очень приятно. Спасибо большое и увидимся в новых влогах.